Сегодня записки из глубинки отправляются в село Анино Михайловского района Рязанской земли. Места эти родные и благодатные, не оставят равнодушными и подарят встречу с Богом. Слепых, хромых, сухих, чающих движений воды, ангела Богосподи на всякое лето схождаши в купели, возмущаши воду, и иже первые власти... Понимаете, ломать храмы как-то все получается очень быстро, раз и сломали, а вот создавать годы, десятилетия, если в жизни не будет сверхзадачи, то не будет и сверхрезультата. Надо всегда ставить высокие задачи в жизни, может быть, вы их не достигнете, но зато все равно достигнете каких-то высоких своих пределов. И вот восстановление храма – это не просто так вот, ну, желание наше, а это задача, понимаете? Когда вот ты занимаешься, то в душе начинают ангелы петь. Это тоже очень важно. Несколько лет назад протоиерей Александр Добродеев, полковник внутренней службы МВД в отставке, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами Москвы и руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии, поставил для себя и своего окружения сверхзадачу – возродить духовную жизнь Рязанской глубинки в селе Анино Михайловского района. С Божьей помощью ему это удалось. Так что поводом для встречи с этим селом и его жителями стала годовщина. Приход Анинского крестовоздвиженского храма торжественно отметил пятилетие со дня освящения церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы. Действительно, теперь в Анино два храма, а вся эта история началась с разрушенной крестовоздвиженской церкви. И свидетельство тому, вот наш храм, опять же, я к нему опять возвращаюсь, потому что, знаете, вот есть как бы правая сторона и левая сторона храма. И вот правая сторона все время олицетворяет земную жизнь. Тут, видите, поле цветет, там цветы, вот, солнышко все время там светит. А вот слева от нас тут кладбище. Тут лежат уже те, которые эту земную жизнь уже прошли. Они уже в той, в иной. И интересным образом, когда строили забор, как раз вот так вот построили, прям пополам разделили земная жизнь и потусторонняя. Я так все время, знаешь, думаю, как же они так сообразили. То есть вот мы с вами сейчас на грани стоим земной жизни и жизни вот после смерти. Я, честно говоря, все время вот этому так вот. Ну, мы как всегда на грани, как всегда на рубеже. В селе Анино Михайловского района 7 лет назад и не могли предположить, что жизнь там вскоре серьезно изменится. Древний Анинский крестовоздвиженский храм 1760 года постройки, поруганный в 20 веке, казалось, уже нет шансов не то что возродить, но хотя бы законсервировать для начала восстановительных работ в будущем. Но все изменилось, когда в селе появилась инициативная группа под руководством протоиерея Александра Добродеева и его супруги Валентины, имеющие анинские корни. Понемногу стали проводиться работы по сохранению старинной церкви, а в 2018 году рядом с ней был освящен небольшой деревянный храм – Успение Пресвятой Богородицы. Затем около двух анинских святынь начали происходить и вовсе удивительные события. Энтузиасты под руководством батюшки стали обустраивать места, напоминающие верующим об образах, связанных с земной жизнью Христа, и даже ветхозаветными событиями. В рамках этого уникального проекта анинские просторы пополнились Голгофой, Галилейским озером и другими картинами Святой Земли. Благо, на местности нашлись подходящие объекты. А странноприимный дом для паломников начали возводить в образе нового ковчега. Его благословение отец Александр совершил в январе прошлого года. Дом уже принимает людей, которые хотят побывать в уникальной местности и помочь в реализации проекта в качестве добровольцев и сотрудников. Все есть, пожалуйста. Молись, оленись. В
новом ковчеге уже есть первые жители, и 2023 год они впервые вместе с прихожанами Успенского храма встретили за богослужением. Молебен на новолетие и божественную литургию совершил протоиерей Александр Добродеев. К годовщине освящения Успенского храма члены общины готовились загодя. Накануне эти святые места посетили добровольцы молодежного объединения «Реставрос». Они работали на Крестовоздвиженском храме. Вокруг него была отсыпана дорога. По ней-то в день празднования пятилетия впервые за долгое время был совершен крестный ход, возглавили который благочинный Михайловского второго округа иерей Александр Рунов и настоятель протоиерей Сергий Орлов. Ты апостоли, евангелисты, Иоанне, богослове, моли Бога у нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господу помолимся, рцемси. Удалось отцу Александру Добродееву в этот день разделить радость пятилетия освящения Успенского храма. Господь распорядился, чтобы автор и попечитель Анинского проекта стал участником другого немаловажного события, происходящего в главном храме Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации, клириком которого он является. 13 августа совершалось празднование ВКС, но, несмотря на расстояние физическое, нас объединяла духовная связь. И, несомненно, батюшка был в этот день с нами. Всем вам от всей души пожелать, чтобы вот то горение, которое было у вас еще 5 лет назад, когда только начиналась здесь духовная жизнь, только возрождалась община, только возрождалась эта церковь, вот то духовное горение, оно не покидало вас и постоянно двигало вперед. Сегодня, дорогие братья и сестры, в дневном чтении, в субботнем дневном чтении от апостола Евангелиста Матфея мы с вами слышали интересную историю о том, как ко Господу подошли сборщики податей, пожертвования на храм Иерусалимский. Вот, и спросили, не даст ли что-то Господь со своими учениками на пожертвование на храм. Согласитесь, благое дело. Да, но Господь, он был бессребренником, он с собой денег-то особо никогда не имел. Поэтому он сказал Петру сотворить чудо. Говорит, вот Петр, ты сходи, да, удочку закинь, вылови оттуда рыбу, открой рот, и там найдешь большую деньгу, статир, которая называется. Вот этой деньгой заплати вот эту подать, вот эту милостыню на храм Иерусалимский. То есть вот таким вот чудом Господь, он как не стяжатель, у него не было ничего своего, тем более денег. Вот, он, Господь сотворил такое чудо для Иерусалимского храма, такое пожертвование оказал. И вот, дорогие братья и сестры, если вспомните все чудесные события в нашей жизни, да, особенно строительство храмов, не на многих строительствах храмов я был, но все-таки был иногда, то, знаете, обычно как начинается все? Ладно, там денег нет, там обычно долги еще даже, да, не то чтобы какие-то там финансовые средства какие-то были. Вот, но молитва творит чудеса. Община собирается маленькой-маленькой, начинают крестные ходы. Это иерихонские стены, врага рода человеческого, который опутывал место, да, чтобы запустение осталось, они начинают спадать. И начинается строительство, начинается возрождение духовной жизни чудом Божиим. Вот. Я считаю, что по рассказам отца Александра Добродеева, который сейчас, к сожалению, нет с нами, а очень бы хотелось, чтобы он был, его тоже поздравить нужно за все его дела, благие и заслуги. Но, однако, я думаю, еще раз мы с ним как-нибудь встретимся. По его рассказам, храм строился на самом деле чудом Божиим. И тот ковчег, да, который вы имеете, он тоже построился вот благодаря молитве, в первую очередь, благодаря молитве, а уже после молитвы, благодаря добрым делам, в первую очередь, всех вас. Поэтому еще раз от всей души поздравляю с этим особенным днем для вас. И хочется пожелать вам здравия душевно-телесного, чтобы Господь отпустил вам еще многие-многие лета ради ваших вот этих стараний на духовной ниве возрождения храма в Михайловском районе, в вашем селе Анино. Ну и, конечно же, хочется всем вам, присутствующим здесь, пожелать от всей души много и благое лето.
проект образа Святой Земли, с одной стороны, самостоятельный проект, с другой – один из шагов на пути к восстановлению Анинского крестовоздвиженского храма, требующего обширных работ и активной помощи, как трудами, так и молитвами всех сочувствующих и переживающих о судьбе старинной святыни и о будущем активного и гостеприимного прихода в этом рязанском селе. В прошлом году Анина посетил митрополит Рязанский Михайловский Марк. Он совершил молебен возле двух храмов, вступил на борт Анинского ковчега. Это иконочка Владыка. Это из Москвы привезли. Здесь вот Богородица изображена, Михаил Архангел и Александр Невский. Вот. Мы у себя ее прозвали как бы, значит, защитница Отечества. Вот. Да, и как раз она да. сейчас да. нам очень сейчас, нужна да, в наши времена. Удивительно, как интересно такое расположение. Видимо, интересно, Видимо, такая семейная, наверное. Скорее. Видимо, семейная. Нам один генерал принес, и вот мы сюда привезли, он теперь здесь украшает наш храм. Мы им боремся. Давайте молитву. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвы Всепречистая Владычица нашей Богородицы Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великой княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антония Феодосия, Киева Печерских, Сергия Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятным сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения и пресвятем князя Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхам, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди, и на племенумши языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся, запрети, и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дом веди, голодные напитай, недугающие и страждущие, укрепи и исцели, в смятении печали сущим, надежду благое утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженного покаяния створи. Исполни нас, ежа в Тебя веры, надежды, любви, я когда во всех странах наших, единим и устыдием и сердцем, исповемся Тебе, Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь. Давайте, царица, давайте споем. Отец Анатолий, царица. Царице моя предлагая, надежда моя Богородице, приятели счастливы, и странные креста. Oh,
Спасибо. Обилие Божьей благодати. Спасибо. Благословением архипастора члены Крестовоздвиженской общины дорожат и благодарят владыку за внимание и поддержку. Автобус надо встретить нас. Господу помолимся, Артемси! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, Артемси! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, Артемси! Господи помилуй. А в день годовщины освящения Успенского храма медалями, грамотами архиерея, благочиние прихода были отмечены особо потрудившиеся во славу Божию. Среди них супруга отца Александра Валентина Добродеева, ей Татьяне Владимировне Куприяновой, благочинный Михайловского второго округа иерей Александр Рунов вручил медаль блаженной Матроны Анимнясевской Третьей степени, а протоиерею Александру передал медаль святителя Василия Рязанского Третьей степени. Также грамотами различных уровней отмечены Лариса Анатольевна Сараева, Наталья Викторовна Гришкова, София Владимировна Козел, Евгения Юрьевна Слепова, Максим Михайлович Евдокимов, Валентина Ивановна Добродеева, Наталья Васильевна Быстракова, Алевтина Александровна Поликарпова, Ирина Николаевна Сарина, Олег Викторович Панченко, Анна Владимировна Князева, Галина Анатольевна Пентелина, Надежда Анатольевна Вдовина, Елена Валерьевна Вдовина, Зинаида Ивановна Пентелина, Татьяна Николаевна Слободенюк, Ольга Ивановна Володина, Хасан Махмадаминович Мирзоев. Спасибо, Олег, большое. Спасибо, Господи, за труды. И ждем теперь нового. Добрым словом вспомнили и поблагодарили старосту прихода Сергея Анатольевича Пронина, который шел добровольцем в зону специальной военной операции. Один достойный человек, он сейчас находится, наш председатель нашей общины, Сергей Анатольевич Пронин. Давайте ему здравия пожелаем. Мы все помолимся в своих келейных молитвах о его здравии, то, что защищает нас с вами там. Представляете? Поэтому вот такие достойные люди есть среди нас. Да, он храм строил, и устанавливал крест. Так что Господь ему должен помочь, а мы должны помолиться о его здравии. Да? Многое лето. Да. И об упокоении воина Евгения у нас есть наш герой тоже. И до вечера в этот день было пасмурно, периодически шел дождь, но это вовсе не омрачило праздничного настроения. В Анино прибыли гости из Рязани и Михайлова, Владимирской, Тульской, Московской областей. Не первый раз из Мурома в Анино приезжает православный гармонист, автор и исполнитель песен Алексей Медведев. Встреча с ним – это такое, знаете, как продолжение литургии для меня лично. Спасибо, Господи, тебя за то, что ты к нам приехал. Здорово. Благодарю за приглашение. Я у вас, да, действительно второй раз. Да. Так много событий произошло за этот год, что я подумал, что я 2 года у вас уже не был. Ну да, действительно, было много за это время крестных ходов. Было и Великолепский, и батюшки Серафимовы шли, и в Ростовской области 2 крестных хода вот прошли. И в Вологодской области у нас крестный ход есть. Тоже. Ну, самое, конечно, значимое Великолепский крестный ход, потому что на Вятке они вообще считают Новый год отчитывают от крестного хода. Крестный ход прошел, значит, Новый год. Такое значение он имеет. Но если в 2 словах про крестный ход, то, конечно, это такая мощь, такая сила. Это вся православная Россия в этом крестном ходе. Вышло 22 тысячи у нас человек в этом году. В Великолепском собралось 55 тысяч. И когда там старший крестного хода 28 лет вводит крестные ходы, молебны, после, на каждом привале молебни, и на одном из молебен
молебнов, он поставил весь крестный ход на колени, молились за наших воинов. Но после этого была у меня встреча в этом году с отцом Иоанном Мироновым, если кто знает такого батюшку. Он друг был Николая Курьянова, Василия Ермакова, Николая Пскова-Изерского, ну, то есть Николая Курьянова. Как он меня спросил, сколько тебе годиков, сынок? Я говорю, 61, а мне 97. Он тоже сказал, что благословил защищать Отечество. Поэтому по его молитвам, вот я в воскресенье приехал из-под Луганска, был в Луганском направлении. Но общее впечатление какое? Все настроены на победу, все воины. Очень как бы хорошо воспринимали песню «Лизавета». Ты ждешь Лизавета. Там слово «победа» звучит, вот эта победа, они все заточены на победу. Вот. И, конечно, вот это, глава там этого центра, позывной кубинец у него, он сказал, что 98% у нас верующих, 98%. То есть там и мусульмане молятся перед боем, и наши. А у них вот инструктор сказал, которому нам дали там пострелять из боевого орудия, он много лет уже воюет, он сказал, что подавляющее большинство на наркотиках. То есть ногу отрывает ему, а он все равно бежит. Даже без ноги бежит на наркотиках. То есть с одной стороны верующие люди, с другой стороны наркоманы. Вопрос? Есть. Да. Победы, вопрос времени просто. Ну а время, как бы, все зависит от нас, кто как чем может помочь фронту, кто-то своими пожертвованиями, кто-то молитвой, как говорил отец Андрей Ткачев. Даже одна маленькая молитва может переломить ход событий. Одна маленькая, малюсенькая молитва, да, как в этой сказке про дед бил, бил, яйцо не разбил, бабу бил, не разбил, мышка бежала, хвостиком махнула. Да, и события переломились. Поэтому от каждого зависит от нас многое. И как один сказал тоже, беседовал с одним человеком, он, у него 6 детей и диабет на инсулине. Вообще никак он не мог туда попасть. Но он много ездил лет, волонтерил туда. И постепенно проникся, проникся. Вот я слышал не одну такую историю, когда многие ездят, ездят, просто волонтерами, потом подписывают контракты, воюют. Вот. И вот у него появились свои связи, потому что его не могли взять с диабетом. Вот. Я его спросил, как тебя матушка пустила. Вот так и пустила. Видимо, привыкла отпускать, волонтерить. Вот. И сказали, что, ну, если бы всей страной навалились, давно бы придушили все. Если бы всей страной. А то даже сам Донецк очень большой город, и там есть, работают ночные клубы. То есть даже людей, которые обстреливают каждый день, находятся такие, кто ездит на ночные дискотеки. Уже не говоря там про глубь страны, где там чуть подальше, для них все вообще как по телевизору идет просто и все. Да. Поэтому я спел там песню, писал мой друг, вот я эту песню возил в Новосибирск на фестиваль «Играй гармонь» в этом году был у Заволокиных. Выиграл там гармонь, они мне подарили и сертификат на участие в концерте в Кремле в следующем году, 24 февраля. Будет концерт, называется «Будет за победу», будет годовщина начала СВО, будет концерт в Кремле. Вот и эту песню, которую я там буду исполнять, я хочу вам предложить. Под знаменем Великого Христа, от
Вторая часть праздничной программы состоялась на борту ковчега. За трапезой награждения продолжились. Кульминация праздника – творческий фестиваль «Надежда на возрождение», участниками которого стали обитатели ковчега и многочисленные гости. Олег Лагуткин, группа «Именины», Юрий Валентинович Косицын из Москвы, Даниил Севастьянов приехал из Гремячева, Мария Князева, Мария Вдовина и их помощники, обитатели Нового ковчега и многие другие артисты, создавшие прекрасную атмосферу. Действие происходило на горе Блаженств. За большим столом под навесом гостей и участников фестиваля объединила праздничная трапеза, пироги, чай, шурпа и плов, которые приготовили друзья прихода Руслан Мирзоев и его многочисленная родня. Хочу сказать, батюшка, большое спасибо, вот видишь, организовал. Вот здесь все народу, все рады, радится, видишь, как хорошо. И Алексей Михайлович, что, тоже молодец, видишь, казану дает ребятам. Где-то плов делаем, да, просим, он не отказывается. И баран дает. На праздник Слободка был праздник, тоже баран угостил всем народу. И вот у нас здесь тоже баран угостил Алексей Михайлович. Молодец тоже. Огромный казан и барашка для угощения пожертвовал местный фермер Алексей Михайлович Затамыркин. А там еще шурпа. Еще вот там шурпа готовится, здесь плов. А шурпа тоже баранина? Да, и шурпа от баранины. О, какая красота. А мы тоже приняли участие. Мы резали морковь. Правильно. Храни вас всех Господь. Я надеюсь, что в ваших сердцах я оставил тепло и надежду на следующую встречу. Завершением дня стал праздничный салют. Праздник – это всегда хорошо и весело, но когда он начинается с соборной молитвы и крестного хода, то приобретает другие очертания. Праздник становится вселенской радостью, его участники отрываются от реальности и взлетают в небо, к Богу. Люди, опьяненные Богом и делом во имя Божие, становятся на какое-то время святыми, и в этом им помогает молитва. А еще настоящая общинная жизнь, главной целью которой является взаимопомощь и взаиморадость. В эти самые моменты все приобретают так необходимые умения чувствовать и понимать окружающих тебя людей. Также открывается способность видеть их потребности и проблемы. Жизнь Михайловских сел сегодня постепенно возвращается в прежнее потерянное в прошлом русло. Жизнь эта начинает группироваться вокруг храмов Божьих. В этих очагах духовно-нравственного возрождения России сегодня складывается свой костяк. Люди, наполненные живой православной верой, все больше склоняются к добрым поступкам, милосердия и любви. Они сопереживают друг другу, живут одной приходской семьей, совместно решая все проблемы. И Господь рядом, и Он их слышит.